мое сердце, группа Чисилейн. Группа Чисилейн. Ну, мне много что сегодня подарили. Всем спасибо огромное, между прочим, за подарки, ребят. Правда. Ну вот я офигел от лекарства офигин. Офигин. Я показываю, показываю. Я дистрибьютор. Дистрибьютор. Поэтому, если кому-то нужен офигин, обращаться ко мне. А я единственный официальный дистрибьютор сейчас его. Рома просит, чтобы я рассказал стих про сына и себя. Рассказать стих про сына и себя. На белом куполе планеты Земля, цепляя глазами девчонок взрослых, стою, как памятник сам себе, я, потомок земных обезьян несерьезных. С другой стороны леденелой тропы, в капусте скафандре на вырост огромном бежит космонавт. Его имя — мой сын, такой же, как я, но только свободный. И храмы знали, в забвении тая, в мучениях рожден каждый сын. На мучения, но не космонавт. Виталий, он законы стряхает, как скатанный снег у себя на коленях. На белом куполе планеты Земля так непредсказуемо и полноцветно бежит космонавт. И бегу к нему я. И время нас бьет по ногам не заметно. Вот Корябыча тоже бьет время по ногам не заметно. Спасибо, ребятки! Мегафон нашли! Так, монитор нашли? Монитор нашли? Монитора нету, да? Почему? Страну ты уехала, дурочка, жить.
нас убивали, они насыпали, мы воевали, они насыпали, нас убивали, они насыпали, мы воевали, они насыпали, нас убивали, они насыпали, мы воевали, они насыпали, нас убивали, они насыпали. Почему я сказал тоже? У нас сегодня два именинника. Леша. Леша, можно сюда? Можно? Вот мой брат Леша. Ну подойди, подойди сюда, Леша. Леша, вот знаешь, я тебя знаю уже давно, а Анну вижу в первый раз. Да? Ну иди сюда тоже, залезь. Чего ты как не родной-то? Слушай, ну у тебя еще внук родился, да, правильно? Да, да. Расскажи, 19-го, да? Да, 19-го. 19-го. Внук у меня родился. Внук у него родился 19-го! Я 18-го, он 21-го, Анюка тоже 21-го, да? Господи, какое счастье, а? Все январские, вы козероги, да? Да! Вы водолеи, один я козерог, да? Нет, мы на стыке. На стыке? Да. Ты меня успокоил, Леха, кстати. Мы вместе. Что ты хочешь сказать? Что тебе вообще нравится, как мы поем? Нет, маленечко? Да, что хочешь? Человек, между прочим, из Красноярска. Что ты хочешь сказать? Ребята, скажите. Нет, с Байкала, с Иркутска. А, с Иркутска, господи. Да, ну, одна хрень. Да, какая? Ну, скажи, что это Новосибирск? Новосибирск, forever! Ну вот Алина сказала, а следующая песня — «Клоуны». Go home, 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 go home
Спасибо, ребята! Спасибо, 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 спасибо. Лесорубы будут на следующем концерте. Ну хорошо, что ты знаешь такую песню. Вообще заценили, заценили, мне группа подарила сегодня, блин, майку у меня, чеселы на сердце вообще. Thank you.
Я стараюсь, день рождения все-таки. Красные линии. А, вот.
Такое недоступное, да? Цените, когда я доступный теперь. Толкает пулю в голове.
было ей место, проклятые кости мертвая невеста ночи по округе птицам ее летала и своим подругам избы поджигала. Лучшие подруги, вы горите, суки, на костер, на костер, на костер, на костер. Костер. А лесорубы будут на следующем концерте. Thank you.
Пока всех не прикрыли. Ебас! Солнышко! Ебля! О, Ромчик! Ромчик, вот и Рома, да, услышал. Сегодня, кстати, у нас Алексей Иванов на съемках стоит. Это очень легендарный человек. Спасибо ему громадное. Вся история рока пишется благодаря Леше Иванову. Вот, Леша, тебе спасибо. Тебе, брат. Я здесь. Нет, позорный. Это КГБ вообще-то. Thank you.
победить не страшно, в этом жить. Я новый мировой, все должен изменить. Я новый мировой, новый мировой. Следуй за мной, следуй за мной. Мне осталось недолго, всего один век. Небесные шторы, я приду через век. Как бы ты не боялся, следуй за мной. Я твой новый порядок, я мировой. Мне осталось недолго, всего один век. Сквозь небесные шторы я приду через свет. Как бы ты не боялся, следуй за мной. Я твой новый порядок, я мировой. Ну что, байкеры есть в этом клубе? Нет вообще. Это байкерам посвящалось. С разных городов, говорят, приезжают, говорят, под эту песню очень любят. Эта песня называется «Волк». Старый волк. Очень похожий на меня, наверное. Роман Шкляр. Так ты невидимками пришпили, все нормально. Ждет ответа.
Спасибо вам! Диман, бери сорубок!